是在幻想未来的结局，珍惜着每次零距离，害怕失去，若即若离。我们不是故事里的主角，只是爱过的人，把记忆延续。В завершении конкурса от имени Дома Цветов выступил принц. Он медленно шел, бормоча себе под нос слова, в то время как сердце было далеко. Он знает все, что случилось с Юэр. Знает, что Дом Цветущих Цветов не проиграет. Знает, что Явнухан поверил всем его словам. Знает, что преступления наставника императора вот-вот будут раскрыты. Принц видит свет в конце туннеля. Луч надежды осветил его жизнь. Ер. Это я. Юэр, все хорошо, идем домой. В этот момент, держась за руки, речь не о боли или радости, не о добре или зле. Это просто мы, и этого достаточно. Указом императора наставник императора Тяньхуан подставил принца, оклеветал сестру Хуа, хотел захватить власть. Все в прошлом. Сейчас все хорошо. Ты принц. Я простолюдинка. Я не смею даже мечтать. Надеюсь, вы не в обиде. Так не пойдет. Я возьму на себя ответственность. Я же пошутила. Между нами ничего не было. Что? Сяоанзи, тебе нравится Сичунь, да? Нет. Давайте, я немного побуду вашей свахой. Идеальная пара. И правда идеальная. Вот так. Я, принц, благословляю вашу пару на вечный союз. Что происходит? Такие счастливые, ваше высочество. Сестра, теперь, когда Дом Цветов одержал победу и прославился, ты не думаешь сменить работу? Сменить? Отказаться от этого пути и выбрать иной способ заработка. А что бы ты посоветовала? Хорошо? Что ты сказала сестре? Это дела простолюдинок. Принцу не стоит знать об этом. Сегодня счастливый день. Я хочу сообщить вам хорошие новости. Дом Цветущих Цветов официально переименован в универмаг номер один нашей столицы. Поздравляем.
Поздравляю, Ер. Прошу, осмотритесь. У меня дела. Да. Хотите набрать вес? Округлить немного свои формы? Взгляните сюда. Старомодный фасон. В нем, подпоясавшись или завязав на груди, ваши неидеальные формы всегда будут видны. Но надев наше корректирующее платье, сразу же появятся пышные изгибы и трехмерность форм. Вперед! Дело не в том, что ты худая, а в том, что недостаточно худая. Надень наше корректирующее платье, и ты в мгновение ока станешь обворожительной пышкой. Юэр, у вас так шумно. Можно я присоединюсь? Уверена? Субтитры сделал DimaTorzok.